Ну всем привет! Вот. Наконец-то мы разобрались. Сегодня выехали на Москву-реку. Это Раменский район. Получается, поселок Рыбаки. Рядом у нас здесь. Пока, честно говоря, тишина. Рыбка гуляет. Есть щука здесь, окунь. Что самое интересное, обратил внимание на то, что прям под берегом гуляют, ну, наверное, по килограмму подлещик. Вот. Сначала думал, что сельтерн. Но что-то кажется мне, что это не сельтерный подлещик. Почему? Потому что он как бы поплавает и уходит на глубину. Вот. Сегодня была у нас но щука чудо-то не получилось. Почему? Потому что пока не особо сильно щука гуляет. И на блесну не особо. Вот. Попробовал поставить сейчас вот три удочки. Две у нас получается донки. Вот. И одну удочку закинул на живца. Посмотрим. Может быть что-то и клюнет, а может нет. Да, кстати, хотел вам еще показать нашу боевую четверочку. Она, как всегда, служит. Вот. Готова на любые маневры. Везде. Везде, мне кажется, проедет. Это просто чудо, наверное, российского автопрома. Вот, кто бы как бы о ней не отзывался, кто бы про нее что-либо не говорил, но она едет, ребят. Едет и реально едет везде. Вот. В первом видео я снимал небольшой там тест-драйв. Вот. Для меня это было просто потрясение. То есть такие овраги. Мы просто проезжали как будто по дороге едем, а не по полю. Вот. Так что как-то так. Ну а природа у нас здесь очень красива. Вот. Сегодня денек солнечный, ясный. Вот. И очень-очень тихо. Ни ветра нету, ни течения. Ничего. Будем пробовать сейчас. На блесну не клюет, будем пробовать на резинку. Вот. Посмотрим, попробуем. Может быть, что-то на нее получится поймать. Вот. Попробуем сейчас также вот эту удочку перекинуть, донку. Причем сам факт, то, что на донку, в принципе, я сегодня не планировал ловить. Вот. Но решил попробовать, так как щукой дела обстоят плохи. Вот, и значит поставил донку. Не было даже приманки, прикормки, ничего не было. Вот, просто поставил донку, просто нацепил червя и закинул. И вы знаете, для моего удивления, были поклевки. Значит, еще сезон на донку не закончен. И клев есть на нее. То есть на донку можно ловить. Ну давайте попробуем сейчас перекинуть доночку. Вот, посмотрим, что у нас там с червяком, да, и вообще, как там все. Вот, ребят, видите, то есть получается просто вообще вот,
Донка. И все. И никакого корма, ни прикорма, ничего. Вот. Но я вам скажу, что на червя клевало. Но вот, были поклевочки. Обглодан немножко. Сейчас попробую перекинуть. Может, вдруг и нам повезет. Если вдруг сейчас увижу, вам это дело заснять. Пойдемте покажу сейчас, как стоит наш поплавок, а именно живец. Потом чуть-чуть попозже, сейчас, когда будем доставать чеснок, перекрыть. Хотя можно, в принципе, сейчас достать, но я вам покажу, как нужно правильно одевать чеснок так, чтобы, значит, чтобы он жил. Вот, потому что щука любит, когда рыбка живая. Вот. Ну вот так вот он стоит, и опять же, то, что он такой живой, может быть, нет. И хорошо, почему? Потому что он очень тянет к берегу. Я его закидываю подальше, а он опять тянет на болото к берегу. Вот. Мы же простые рыбаки, поэтому будем все познавать так, как есть. Вот. В следующий раз попробую побольше поволочек взять. Живец не мог. Вот. Ну что, давайте посмотрим, достанем живца, проверим. Попробуем закинуть еще разочек. А то что-то как-то прямо скучно становится. Да, друзья мои, температура сегодня на улице очень хорошая. Вот. Приятная. Вот. И я вам скажу так, что при температуре минус 4, минус 5 ловить можно. А вот. Да, кстати, и большое огромное спасибо моему брату. Такой поклон, так сказать, военный камуфляж. Вот. В нем реально тепло. Ну что, будем пробовать доставать живца.
ребят. То есть его уже кто-то пытался покушать. Значит, смотрите, по поводу того, что как правильно одевать. Мы берем, продеваем, значит, хранитель через жабры и вытаскиваем через руку. Вот так вот. Вот, потом дальше вставляем наш крючочек, воротничок я вставлю. И вот так вот аккуратненько, аккуратненько цепляем. И все. И вот так вот он живет. Тогда он будет жить, будет плавать, долго служить. Ну что, будем отправлять нашего друга в путешествие. Может, все-таки. И получится что-то поймать. Вот. Закидывать надо не через плечо. Через плечо будет не кидать, может вылететь. А просто... Дубль 2, сейчас попробуем еще раз покажу, как это правильно делать. Просто боюсь. И ногу зацепить. Раскачиваем. Пошел. Как-то так. А вот. Живец у нас хороший, проверили. Ну вот. Жить будет. Ну вот. Ну пойдемте наверх поднимемся, посмотрим, как у нас здесь. Вот. Если честно, то могу сказать, что река, конечно, за сезон очень сильно обмельчало. То есть вот в принципе, если так посмотреть, вот где четверка стоит, буквально, наверное, почти поверх, до верха была вода. Вот, а сейчас мы стоим на дне. Вот. Поэтому... Очень-очень сильно обмельчало. Тем более здесь, вот именно здесь, вот, получается у нас, как сказать, ямка, здесь глубина есть, вот. Но почему-то вот она гуляет, а клевать не очень. Ну, сейчас попробуем, сейчас я еще достану еще спиннинг, вот, и попробуем на спиннинге. Ну, тут давайте сейчас поднимемся, я вам покажу. Давай, на четверочке забрались. Вот она, наша красавица. Ну, сейчас тут дорога-то более-менее нормально. Вот оно, поле, наше любимое. А вон они, колья, где раньше проходила большая техника. Но нам повезло то, что сегодня все-таки как-никак мороз. Вот, и поэтому... Конечно, нам было легко проползти здесь. Вот. Ну а так-то мне здесь очень нравится, потому что тихо, спокойно. Летом, конечно, здесь очень много людей, много отдыхающих. Вот. Ну вот, в принципе, воскресенье. Еще выходной. Но людей не особо много. Да, кстати, пока тут готовился, вот, пока делал все снасти, здесь приходили люди, которые ловили на мормышку. Вот. Тоже, как ни странно, еще рано, в принципе, для сезона мормышек. Вот. Но люди уже
потихоньку начинает переходить на мормышку и, в принципе, ловят. Ловят и достаточно ловят. Но, правда, у них не та рыба. Я не люблю мелкую рыбу. Вот. Если уж доставать что-то интересное, какие-то интересные экземпляры, но никак. Вот эта мелочь, карандаши их называют. Вот. Вот жалко сейчас. Наверное, поздновато я немножко достал камеру. Сейчас не видно. Но здесь такие подлещики плавают. Большие, что. Вот, было очень интересно. Прям хотелось даже прыгнуть за ними и попробовать их руками выловить. Но останавливает то, что очень холодно. Очень холодно, и вот уже сейчас, конечно, не зайдешь. А вот. Вот ребята тоже тут едут на рыбалочку. Вот. Все ловят. Вот. Как-то так. Все приезжают сейчас под вечер, наверное, на спине. Мы посмотрим, что оно будет, да как. Поехали дальше, видимо. Решили здесь не останавливаться. Но мне хорошо одному. Интереснее, поспокойнее. Вот. Да, много людей. Половить, поохотиться за хорошими экземплярами. И никого ничего не останавливает. Ни дороги, ни ничего. Ладно, пойду еще третью удочку сейчас проверю. Ну, а потом вернемся, посмотрим, что дальше. Можно на что половить попробовать. Ребят, ну, нам удалась удача. Точнее, мы поймали удачу. Наконец-то мы поймали первую рыбку, но на самом деле так клевал, как будто это акула. Вот, ну такого, конечно, это ёрш. Маленький-маленький ёрш клюнул на червяка. Вот, естественно, мы его сейчас снимем, ну как заглотил. Вот, и отпустим, потому что, ну, даже коту, наверное, и то не будет интересно с ним возиться. Поэтому сейчас мы его аккуратненько снимем и отпустим. Ну что, отпускаю? Но первая рыбка уже есть. Пойдем за червяком, сходим и закинем еще раз. Ну вот я сбегал за червяками. И сейчас мы поправим рыбу снасть. И будем закидывать еще раз. Может, все-таки нам повезет и что-то хорошее клюнет. Добрый. Да ничего. А? Ничего. Вообще тишина? Да ёршик клюет, но мелкий, блин. Отпускаю все. Да? Вообще тишина. Плотва, ой, подлещик самое это, удивительно, по берегу плавает. Причем плавают такие, что хоть это, иди дубину бери. Трубы, да? Да. Но толку от... А так это, хищник не выворачивает? Я и живца, поставил. И блесна, и тишина. Вот. Не знаю, может быть туда дальше, там где-то поставить. А там что, там тишина, блин. Вообще тишина? Может приезжай смотреть, я сказал, понятно. Что-то открыли.
Ну да, вода сошла, давление может быть, или еще что-нибудь. Давление 765. Ага. Короче, уже снял живца, поставил вот просто донку. Без, я даже не, ну, не думал, даже ни, ничего, ни, ни прикормки, ничего с собой не брал. И все равно как-то что-то клюет. А? На ботале? Нет, на черве. А, на черве? Да. Удачи. Ладно, давай, счастливо. Но сейчас к вечеру должно, по идее, как бы в 3-4 часа начинается. Так, ну вот мы нашу прикормочку насадили. Будем запуливать. Так, наш самый главный атрибут — это колокольчик. Так, ну что, ребят, пойдемте посмотрим. Я там поменял наживку, вот, резинку поставил, так называемую. Вот, фидер. Ой, не фидер, а... Короче, резинка, просто резинка. Мы же не профессионалы с вами пока. Вот, поэтому можно назвать просто резинка. Вот, на которую будем пробовать тоже сейчас кидать. Посмотрим, может, что-то и выгорит. Ой, к вечеру прям вообще красота становится. Погодка прямо изумительная. Так, ребят, ну, в общем, вот мы до нашего спиннинга добрались. Я хотел показать эту резинку, так сказать. Вот такая мушка у нас. Грузила. И желательно на речке пользоваться темными. Не светлыми, а именно темными. Почему? Потому что, ну, для хищника это поинтереснее приманка, чем если это будет зеленая. Вот. Ну что, будем пробовать кидать. Ну а если что-то поймаем, то значит обязательно сниму и покажу видео. Вот. Ну что, гол. Ну что могу сказать, ребята. Подходит наша очередная рыбалка к концу. Вот. Так не удалось мне щучку поймать. Вот, но самое главное то, что провели хорошее время на свежем воздухе. Вот. Провели время в таком хорошем месте, тихо, спокойно. Вот, то, что... Ну, то, что не поймали, но это, так сказать, везение. Или поймай, или не поймай. Вот. Повезет или не повезет. Вот. Ну а сейчас могу продемонстрировать, как блеснит. Вот. Сейчас мы покидаем немножко блесенку. Точнее, не блесенку, а резинку, так сказать. Вот. Хищник вроде гоняет здесь. Но похоже, что это окушок. Щучка. Ну попробуем, покидаем, посмотрим, может что-то еще как бы не совсем все закончилось. Вот. Может быть еще что-нибудь получится.
Ну вот, ребят, возвращаемся домой вот по такому бездорожью. Ну вот, в принципе, четверочка отрабатывает так, как надо. Ну а мы, конечно, немножко расстроились. Вот, хотелось сегодня вытащить какого-нибудь экземпляра килограмма так на два, на три хотя бы, но что-то пошло не так. Вот. На реке реке Москве спустили воду и упал уровень, и скорее всего, может быть, из-за того, что изменилось давление, щука перестала брать. Но почему? Потому что я спрашивал не только сам ловил, но и спрашивал проходящих рыбаков. Абсолютно такая же ситуация, как и у меня. Полный штиль. Вот. Но в следующий раз, я думаю, уже мы начнем снимать зимнюю рыбалку. Вот. И попробуем жерлицу. Ставить жерлицу, и все равно будем пробовать поймать щуку. Ну, вот. Так что такие вот дела. Устал, целый день провел на речке без еды, без огня, но очень в теплом костюме, который мне подогнал мой брат. Вот. Очень, очень хороший. Проверил. Теплый. В таком костюме можно на любую рыбалку ехать. Ну, всем счастливо. До скорых встреч. Я думаю, что очень-очень скоро мы с вами встретимся. Всем пока.